Привет, друзья! Ну что, собрали урожай морковки? Давайте тогда делать морковные котлеты. 300 граммов моркови я залью холодной водой. 5 отварю до полуготовности, примерно в течение 15-20 минут после закипания. Как узнать, что морковь полуготова? Вилка в нее уже втыкается, но чувствуется еще сопротивление и твердость. А отваренную морковь надо будет охладить. Морковь я отварила, охладила и очистила. И теперь ее надо натереть на мелкой терке. Вот на такой. Натертую морковь я слегка присолю, добавлю одно сырое яйцо, 60 граммов манной крупы, это примерно 4 столовые ложки без горки, и перемешаю. Теперь этот наш морковный фарш можно отставить в сторонку, пусть он постоит примерно 30-40 минут, чтобы набухла манка. Теперь можно лепить котлетки. Набираем порцию фарша. Придаем ему форму котлеты. И обваливаем в панировочных сухарях. Жарим котлетки на растительном масле на маленьком огне. Жарю я их на маленьком огне до румяной золотистой корочки. Готовые котлетки снимаю на тарелочку, застеленную салфеткой. Получилось 6 котлеток. И я сейчас одну попробую. Обязательно со сметаной. Вот такие они в разрезе. Очень вкусно. Друзья, такие котлеты получаются очень вкусные. Они такие нежные и чуть-чуть сладковатые. А со сметаной это просто праздник какой-то. Приятного аппетита!